Первая выставка работ берестейской художницы Полины Савицкой проходит в эти дни в городе над Бугом. Около десятка работ сегодня можно увидеть в выставочном зале Центра внешкольной работы. Свое название «Жар птица» экспозиция получила не только из-за картин, изображающих это сказочное пернатое, но и благодаря яркости и красочности. Работы изобилуют многообразием оттенков и выразительностью, и это неудивительно, так как свои картины Полина Савицкая пишет в стиле абстракционизма, где создание определенных цветовых сочетаний и геометрических форм играет особую роль. Это отражение моих трудов. А выставку назвали «Жар птица» из-за того, что тут присутствует очень много таких ярких цветов, красных, оранжевых, желтых, что как, ну, присущие жар птицы эти цвета. Также это, ну, можно сказать, символ счастья, добра, теплоты. Начинание юного дарования родители поддерживали с самого детства. Может быть, отчасти и потому, что отец девушки, талантливый краснодеревщик и учитель рисования, прекрасно понимает, насколько важно для человека иметь возможность творческого самовыражения. А потому, увидев, что дочка часами может рисовать, не задумываясь, отдал ее в изо-студию, где уже не один год Полина постигает художественные азы под руководством Нилы Горченюк, талантливого преподавателя и хорошего друга, которая гордится своей воспитанницей и искренне переживает за нее. Полина творческая, интересная, активная ученица. Она, ну, удивляет, восхищает своей смелостью, своими работами. У нее смелые абстрактные композиции, у нее интересное видение. Я бы сказала, что она обладает декоративным даром. Несмотря на юный возраст, девушка уже неоднократно становилась призером и лауреатом белорусских и международных конкурсов. Родители, педагоги и друзья уверены, что это только начало, и впереди у Полины Савицкой еще много побед и свершений. Коллеги по кисти, такие же начинающие художники, уже сегодня признаются, что порой готовы перенимать некоторые особенности ее техники написания. Мне понравилась выставка, она вся красочная, и можно много от нее научиться. От этой выставки я, например, посмотрел, у меня тут столько масса впечатлений, и я много запомнил для себя. Полина Савицкая признается, что готовилась к выставке не один месяц, и делом это было непростым. Но опускать руки и отступать не в ее характере, тем более, когда рядом надежные друзья и учителя. А потому сложности девушку не испугали, и сегодня Полина уже продумывает идею своей новой экспозиции. И, может быть, уже в ближайшем будущем картины юной художницы вновь соберут берестейских ценителей живописи на одной площадке.